Так, всем привет, это Тропико. Последний, со всеми последними DLC обновлениями, короче, типа золотая коллекция. Вот, я в неё очень давно не играл, но вот сейчас вот посмотрел сериал Нарко, первой серии, и что-то захотелось так поиграть. Не знаю, по каким причинам даже. Вот, так что давайте начнем. Вот тут, блин, дофига вариантов, но начнем мы с компании. Тут много компаний. Давайте основную пройдем. Я уже создал. О, так. Ну я уже, короче, попробовал проходить, но у меня там, как сказать, некорректная запись, можно так сказать, пошла. Ну, нет, все круто записалось, но из-за того, что на заднем фоне музыка играет, как бы, которая требует лицензии, у меня там видео блокировали во множестве стран. А в остальных монетизировали. Ну, как бы фишка в том, что мне. Я сам видео не монетизирую, мне. Самому-то не жалко, но фишка в том, что реклама включается, и для некоторых это гемор. Вот, так что я решил переснять. Тем более, вот как раз таки все вспомнил, что да как. Вот. Вам доводилось слышать о людях, основавших династии столь великие, что их имена остаются в веках. Я из таких. Новый мир. Новые возможности. Никаких ограничений. Мой остров может стать чем угодно. Он может стать житницей с бескрайними полями и многолюдными рынками. Или могучим промышленным центром, где заводские трубы возносятся до небес, а доки полны всевозможных экзотических товаров. Да, кирпичи. Или раем на земле, вечным карнавалом, манящим путешественников со всех концов земли. Сэр, мы причаливаем, сэр. Пока что это всего лишь убогий клочок суши посреди океана. Но он еще засияет. Так, зашибись. Короче, вот, начнем с этого острова, мне больше нравится. Есть еще идея, как бы, музон какой-нибудь с ютуба на фон включить вместо этого музона. Вот, ну, в общем, посмотрим, запишем вот эту серию, если все нормально будет, если ютуб будет пропускать, то норм. То, блин, придется музон отключать. О, Карибы. Богатые и нетронутые земли, мой новый дом. Как здесь все красиво и многообещающе. Новая жизнь вдали от политических интриг старого мира. Возможность начать все заново и поступать по своему разумению. Мне осточертело затхлость воздуха и умов на родине. Нужно сменить обстановку. Мне удалось добиться назначения губернатором на этот остров. Впрочем, других желающих все равно не было. Уникальный подход к управлению позволит мне превратить эту колонию в настоящий райский уголок. Всего-то и надо немного досок, немного гвоздей, да верный и послушный советник. Добро пожаловать на Карибы, губернатор. Позвольте представиться. Лорд Оксфорд. Посол Его Величества в этих местах. Клёво. Короче, Карибы — это круто. Кстати, любой из наших олигархов мог спокойно купить себе островочек и такую же фигню устроить. Его Величеству нужны Сахар. Деньги для строительства нового подводного дворца. Он хочет, чтобы вы начали выращивать деньги. То есть, одну из культур, которая приносит огромные доходы. Окей. Сахар. Ай, ура, не туда нажал. Плантации, сахар. Чё ты, а? Вот тут вот можно. Мои поздравления. Позже. Сначала надо. Так, тут у нас кукуруза наверняка. Ну да.
побольше плантаций. Так, кукурузи, кофе. Табак можно выращивать позади, да? Скажем, вот прям тут вот. Табак — это хорошо. Не ищу сразу парочку. Сахар, ананас. Оп. Ананасы. Так. Столкнулся. Ананас, хлопок. Чарка с хлопком, да? Ну, разве что вот так. Снесем. Ну и пока деньги есть. И еще одну. Так, хлопок. Ананасы, сахар, табак. Кукуруза, кофе. Отлично. Стройся. Бита со строителями. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо. Да, у меня жителей, наверное, недостаточно даже. Ага, ну точно. Мои поздравления. Сахар — классная штука. Технический прогресс. Окей. Библиотека. Отлично. Да и хоть где можно строить с другой стороны. Библиотеки не принципиально. Технический прогресс. Технический прогресс – путь к самостоятельности, губернатор. Нам нужно больше ученых, чтобы думать о важном и изобретать новое. Что это такое? Опасная кнопка. Оп. А, ну, нормально. Табак, что он дает? Мы — тени, управляющие миром. Мы — тайная власть.
Мы — спасение человечества. Мы — Орден, и ты станешь одним из нас. Клево, клево. Но нас. Непонятно. Его Величество пригласил лучших архитекторов для работы над проектом его новой подводной резиденции. Нам срочно нужны прибыльные сельскохозяйственные культуры, чтобы оплатить их работы. Окей. Куфа. Президенты, весь тропику держится только благодаря вашей воле. Без вас весь остров обратится в прах и пропадет навсегда. Зафиг знает. Когда родился наследник, все звери притихли. В небесах воссиял свет, и сама Чупакабра подошла к колыбели и поклонилась младенцу. По крайней мере, так напишут в учебниках истории. Отлично. Ох ты ж. Ну, твоя что-нибудь не розовая, что ли? Сойдет. Армандо де Ядер. Способность полагаться на свои силы — это добродетель, которую я особенно ценю. Самодостаточность должна быть целью любой страны. Клево-клево. Ну, у меня так-то денежки поднакопились, товарищи. Какао нет у меня. И бананов, кстати, нет. Бананы. Оно вроде есть, да? Так, нет. А, еще библиотека еще не отстроена. Понятно. Мои поздравления! У меня для вас сегодня потрясающее предложение. Что у нас? Шерсть, табак. Табак. Бездумных дофига. Образованных нифига. Бремя власти изменяет наше представление о человечестве. Для нас, люди, всего лишь инструмент, требующий надлежащего применения. Пять управляющих. Ну, заманчиво, заманчиво. Ничего не скажешь. Туда отстроим херли. Денежки только поднакопим. Мало. Очень мало. Быть колонией короны — нелегкий труд, и вы с ним не справляетесь, старина. Колонии Пуэрто-Коко и Исла-Роха показывают значительно лучшие результаты. Я понимаю, тебя терзают обыденные проблемы, вроде денег. На этот раз я тебе помогу, но помни, я помогаю только один раз. Печалька вообще.
Тинкаунтер, конечно. Будет довольно-таки печально. Какао. Не то. Бананы, значит. Не. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Клево. Домишки построить. Ну, отлично. Так, у меня жечь. А, тут еще. О. Ну, окей. Денежки есть? Денежки есть. Чего не поставить, раз денежки есть. Вижу, дома уже готовы. Увы, управляющие, предназначавшиеся для вас, были перехвачены островами Пуэрто-Кока и Исла-Роха. Негодяи. Тридцать два. Безработные даже добавились. Отличные новости. Копаясь в ящиках с припасами для колонии, мы нашли серп. Он отлично подойдет к нашим молотам. Теперь производительность взлетит до небес. Великолепное будущее уже на горизонте. Сахарок. Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. И хотя его величество находится... Его королевское величество... Ждем, строим ананасовую, сахарных парочку еще. И сахарная.
Кто-то украл мою рукопись и издал ее под псевдонимом. Это была автобиографическая история о двух мужчинах, живущих на горе и дружащих крепкой мужской дружбой. Они даже украли сюрреалистический эпизод с двумя голубками под радугой. Что-то есть в этом нетрадиционное. Губернатор, мне удалось связаться с одной компанией. Благодаря вашим усилиям, революционная... Что? Его Величество лично прочел ряд докладов о вашей колонии и обнаружил одно серьезное упущение в ваших проектах. Понятно. Его Королевское Величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью. О, наконец-то. Наша исследовательская группа. Молодцы. Инквизиция. Твою мать. Ну ладно. Ах, сраная инквизиция. Бездомных куча поводения. Да. Куча. Губернатор, мои друг. Скоро построю. Многие готовы отдать жизнь за свои идеалы. Тебе же придется отнимать жизни ради своих. Угу. Бабло кончилось.
началось строительство подводного дворца Его Величества. Для оплаты этого проекта короне понадобится огромное количество фруктов, выращиваемых на острове. Началось строительство подводного... Благодаря вашим усилиям, революционная... Отличные новости, мы разобрались. Что ты ничего не говоришь-то? А, инквизиция. Неизвестный эффект. Президенты, я трясусь. Вы трясетесь. Все трясется. Это что ли эффект? Землетрясение закончилось. Мы выжили. Мне нужно переосмыслить свою жизнь и принять решение. Готово? А теперь давайте подсчитаем убытки. Норм. Боюсь, в вашей колонии дела по-прежнему обстоят неважно в сравнении с соседями. Да пошел ты. В море слишком тесно. Там полно затерянных городов, богатых американских промышленников и спящих древних богов. Его величеству не по душе такое соседство. Табак. Ну что, ты можешь преследовать фракцию? Так, кто меня там ненавидит? Роялисты. Поп роялистов. Когда я в очередной раз костерил исследовательскую группу за отсутствие результатов и заявил, что за все, что они делают, отвечать будут все вместе, меня осенило. Они же бригада. Понимаете? Одновременно мы открыли натужные отсылки к популярным телешоу. Бля. Театр негде построить. Так нужно быть дома. Мои контакты на черном рынке говорят, что наш островок слишком...
слишком трудно отыскать. Предлагаю построить что-нибудь высокое и блестящее, чтобы привлечь их внимание. Нужно бабло для начала. Маловато даже как-то. Да, ничего не скажешь. Получше. Мы открыли, что если стоять над исследователем с большой доской в руках, исследовательский процесс идет значительно бодрее, а перекуры сокращаются до минимума. Мы назвали этот аспект исследования доскональностью. Оно, несомненно, принесет большую пользу всему научному миру. Какие молодцы, да? Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную. В принципе, то можно уже и заканчивать, да ведь? Но моя, кстати, хватает уже. Только где этот маяк? Ну что ли? А, вот он. Насколько мне известно, вы обзавелись маяком, старина. Его Величество предлагает вам назначить новый... Здание надо построить. Чем может объявить неизвестно? А, поддержка народа нужна. Точно, народ же. Жеж. Ну что, так можно? Эффективность, наверное, понизится.
Бездомных 30. 30 штук. Кто-то живет даже. А, это что-то не то. Что-то я не то построил, а? Да что ж ты молчишь-то? Роялист. Как же мне его найти? Президенты, нам пришлось вытерпеть 1000 порезов, но мы все-таки изобрели бумагу. На ней будет отпечатана сводка важных событий, интервью с важными тропиканцами и передовица. Каждый тропиканец получит возможность высказаться, а еще она облегчит президента визиты в комнату для медитации. Мои приятели-контрабандисты говорят, что на скупке и перепродаже товаров можно неплохо заработать. Клево, а вот это Рейли, что ли? Люблю тропико на закате. О, лидер. Президент, ой, что это я? Губернатор, остров готов к революции. Клево. К вашим услугам. Дискредитировать. Это катастрофа. Да ты задолбал. Революционеры требуют, чтобы вы оскорбили короля. Единственное оскорбление, что мы смогли придумать, это назвать одно из самых... Король очень доволен, что вы выбрали животное, которое весь день только ест и ест. Нет, нет, нет. А подкуплю все. Да, детка. Мои приятели-контрабандисты говорят. Так, два порта. Что, провозглашение независимости? Президенты! Ой, что это? Ваша декларация. Давай. Все, что ли? Два военных? Серьезно. О, капец, чуваки. По-любому. Солдат всегда готов исполнить свой долг.
это все, что ты можешь? Капец долго. В атаку! Ну все, я победю. Победю. Да, детка. Это Лулу, ваша ведущая. И хотя некоторые люди предсказывают... Приветствую тебя, брат. Сегодня ты со своим семейством вступишь в круг тех, кто принял на себя бремя управления миром. Ей. Ну вот и все, ребята. Первая миссия завершена. Так что до новых встреч, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. С вами был ваш Ядеркова. До новых встреч.